Подготовка к празднику. Пока все красиво, все хорошо. Ветераны приехали. Ну, посмотрим. По центральной улице шествие уже прошло. Мы здесь внутри. С друзьями, с товарищами. Они тоже немного участвуют. Будут флаги вести на байках, на мотоциклах. И я хочу прокатиться. В качестве пассажира. Передай привет подписчикам моим. Все, я туда пошел.
Так. Держи. Thank you.
По кайфу говорю. Жарище такая. Да, жарко. Да. Пошли, перейдем. Ну, все празднование в центре. Внутри города, видите, пусто. Сейчас все в центре. Ну, потом к вечеру, наверное, подтянутся все по своим районам. И уже на своих районах будут отдыхать. Не, так не туда, наконец. Пока пусто. Так, давай я подъеду. Так, давай, наберешь мне тогда, перенабери как раз вот. Шашлык-башлык. Ты был когда-нибудь в бассейне в этом? А хочешь? Можно было угостить? А если еще разгадать сам 4-5. Так я же говорю, сейчас на камеру говорил, что все в центре. Сюда после обеда будут подтягиваться. Сейчас. Прикольный район вот этот. Район мне этот нравится. Озера и сош рядом, и бассейн, и ледовый. А мы жили вот здесь, получается, за этими домами. Классно было. Нравится мне, когда здание со стеклянными поверхностями. Знаешь, как в Штатах целые небоскребы такие стеклянные. А нас не умеет делать свою стеклянную. Ну да. Но все равно прикольно. Это, наверное, единственная такое. Единственная стена на весь город наш такая стеклянная.
Иди нахуй!